Актюбинские предприниматели продолжают оказывать помощь медицинским организациям региона в акции «Безбрыгемос». На этот раз приняли участие владельцы швейной компании. Товары первой необходимости, изготовленные на базе предприятия, переданы руководителям инфекционных, провизорных и карантинных госпиталей. Постельные принадлежности, средства индивидуальной защиты и спецодежда, шиты из качественных материалов и прослужат врачам не один год. Материальная поддержка медработников обошлась товариществу в 4 миллиона тенге. На базе Актюбинского медицинского центра у нас открывается провизорный госпиталь на 85 коек, поэтому вот это все будет передано в госпиталь и будет использоваться для лечения и для обслуживания населения. Очень важна эта поддержка. Мы хотели бы пожелать им удачи и успехов